На днях американская певица Лана Дель Рей после своего выступления на одном из популярных телеканалов в Великобритании подверглась жестокой критике со стороны телезрителей. В первую очередь многие жаловались на скрип микрофона во время эфира, а также ее снова обвинили в неумении исполнять композиции живьем. Положение даже не спасло то, что песня «Ride» стала лид-синглом переиздания ее дебютного альбома «Burn to Die». В данный момент пластинка продана тиражом более 3 миллионов копий. Сама Лана Дель Рей изменила аранжировку «Ride». К привычным инструментам добавились 3 скрипки и виолончель, а во время выступления артистка была одета в скромные джинсы и свитер. На этой неделе певица призналась, что приоритетным для нее является европейский музыкальный рынок. Несмотря на свой успех в США, артистка рассказала, что пробиться на американский радиостанции практически нереально, чего нельзя сказать о наших.